подъехала пресса, которую мы ждали. В этом году тянули вот через... Оно вообще никакое отношение не имеет, оно вообще тепла не будет давать. В Инстаграме мы читали. Качува, да, я руководитель его. Качува 3, вот дом. Качува 5, 5/1. Наши дома 100% готовы к отопительному сезону, да. Также Бехожина 15. Бехожина 15, 17, 13 стоят на повреждении. Теперь, получается, в субботу ночью включили дома 17, 15, 13. А мы 27-го, когда Бехожина 15 запускали, сообщили, что... КСК подготовила все, все со своей стороны. Тепловые сети... Все, пошла я, давай. Тепла не дают нам. Понимаешь, Мадалина, Кульмаш, Ахметова, Качева, Штетрам. Апрель айнан, Стахсуша. Мене бүгін 4-ші октябрь, бізде жылу жоқ. Бумага об этом говорит, что дом готов 100%. Нет, этот Качува 5, это 5 дробовой. Этот Качува 3. Получается 240 квартир, 250, ой, здесь 52 квартиры, здесь 54 квартиры. Сколько квартир стоит сейчас без тепла? Теперь у нас Бехожина 15 за счет тепловых сетей. По повреждению внутри. В общем, проблема в том, что дом, дома готовы. 100% готовность есть, а готовность, но не дают отопление и не объясняют, почему. Объясняют, что у них повреждение. А визуального повреждения мы не видим. Где мы видим?